Вас приветствует канал Вячеславич. Вот у нас во многих домах поселки выращивают виноград. Изабелла выращивают для красоты. Но так как многие не знают правила формировки, и вот получается вот так вот все зарощено. Вот такие кусты. Это хороший виноград, хорошая лоза, но вот все трудности с правильной формировкой. И получается весь фасад вот так вот зарос, там сырость, там получается вот виноград не формированный, он мелкие гроздьи, не вызревает полностью. Вот тут есть даже недозревший виноград. Вот. И вот так вот идет формировка. Хотя, в общем-то, можно здесь сделать красиво и удобно для обслуживания, для обрезки. И света будет много, и всего. Поэтому хочу показать, как я формирую свой виноград именно на беседке. Формировать виноград можно также по принципу вот беседочному. Как я на беседке формирую, вот можно вверху формировать, можно внизу формировать. На вот нижний ярус у меня сформирован, здесь две лозы, так называемых два рукава. А можно, если кто-то хочет, формировать и именно наверху. Не обязательно здесь, здесь просто я для красоты вот так сделал, что как беседка она с боков. У кого-то есть, допустим, машины стоят под навесом, и они хотят, чтобы сверху виноград вился. Поэтому можно штамп винограда вырастить высоко, вот сделать такой высокий штамп, и пустить вот те рукава по верху шпалеры, вот туда. Туда пустить и туда. Но я так не стал пускать, я пустил вот этот штамп, вот этот, и он у меня пошел вот здесь, вот. Поверху. И вот так я его расположил. И у меня лозы, я уже их обрезал, готовлюсь к обрезке. Я хочу по-другому сформировать. Я сверху буду убирать. Мне Изабеллы столько не нужно. Я ее уберу, верхний этот рукав. И вот эти лозы я потом пускал. Вот одну пускал в эту сторону. Они шли вот сюда, в эту сторону. Вот здесь лоза шла. Вторая лоза там шла. Я также натягивал, ну я не проволоку здесь, проволоку я не натягивал, натягивал синтетические такую нитку. И можно формировать именно сверху. И вот получился какой урожай. Хороший урожай, очень обильный урожай. Вот Изабелла, она растет сверху. Поэтому формировку можно сделать верхнюю.